кокосов и варим из него варенье. Смотрим палочки вот эти. Сейчас мы его просмотрим и пойдем мыть. Пойдем помоем его. Хорошенько мыем, прям хорошенько. И высыпаем миску. Это килограмм. Ну килограмм, килограмм песка. Килограмм ягод, килограмм песка будет. Может, с этими. Я хотела зернами. Зернышки убрать. Можно ну, зернышки зернами. Убрать, можно не убирать. Ну, если зернышки убрать, то оно быстрее сварится. Ну, давай берем. Смотри, как я делаю. Ягоды спелые, легко убираются. Раз. Давай. Вот так вот. Убираем зернышки. Да. Абрикос спелый, он хорошо убирается. Без косточек будет. Оно быстрее сварится. Да, надо. Сок даст. Ну, надо. Если есть. Где и одна попадется с косточкой, ничего страшного будет. Все понятно. Ну, видите, на две половинки. Ну что, давай, не будем снимать. В общем, все так делаем, да? На килограмм нужно кило 200, наверное. Кило и стакан еще добавим. Песком засыпаем вот так вот по всей. Как сок даст, и еще стакан песку добавим. Там же килограмм. Ставим на тихий огонь. На тихий. Пока не даст сок. Так, вот немножко помешали. Давай. Чтобы быстрее сок был, чуть-чуть вот водички добавляем. И размешиваем. И размешиваем. Он уже сок был. Можно еще песочку добавить. Вот стаканчик еще песочку добавить. И уже на сильный огонь делаем. Вот столько еще песочку хватит. Мешаем. Уже огонь посильнее, она сейчас быстро сок будет давать. На килограмм ягод, килограмм и стакан песка. Килограмм песка и стакан. 1200 грамм. Сейчас на сильном огне оно быстрее растворится. Сахар растворится. Помешиваем, чтобы не пригорал, всегда помешиваем. Если сахар сухой будет, песок. Чуть-чуть водички добавили, и будет сок. Прям чуть-чуть. Много не надо. Закипает. Сахар растворился. Сейчас как булькать начнет, булькать. И делаем тихий огонь. Пеночку снимаем. Пять минут засекла. Видишь, как следует не закипел.
закипело. Делаем тихий огонь. И на тихом огне вот так 5 минут варим. 5 минут сейчас. Засекаем. Нужно огонь показать какой. Ну, чтобы варенье не уходило. 5 минут. Все, мешаем. Да. Если видите, начинает уходить, значит поменьше огонь нужен. По-моему, ты его сильно сделал. Готово, выключаем. Все, 5 минут прошел. Получилось варенье. Мед, не варенье. Да. Варенье готово. Приятного аппетита. Угу. Все, поняли. Да, пахнет. Спасибо, Лечка. Я старый. Сейчас. Отпахнуть помыло? Нет. Я думал, ты не это. Ваш, да? Да. 384 рубля. Карточка, пожалуйста, наша карточка. А 34 посмотрите? Нету. 4 минуты. На огороде? Нет, нет. Там фонтан-то видно? Да.